I'm buzzing, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that one Finn Gay song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео. Начинаю я его с нашей прогулки. Лизонька ушла на день рождения, мы ее как раз отвезли, ну и пока ждали в городе, решили погулять. Машульку мы завезли к бабушке с дедушкой, как раз оставили, ну сейчас благо мы уже не так привязаны к грудному вскармливанию, в принципе в течение дня у нее рацион уже полноценный, поэтому можно отъехать даже на продолжительный промежуток времени. Вот я не помню уже за какой период мы вот так вот выбрались без Машульки, просто там с Софийкой или с Софией с Лизой. Все равно мы выезжаем все вместе. Ну, тут такая выдалась возможность, поэтому отправились погулять, пока ждали Лизу. Ну и предлагаю вам тоже понаслаждаться красотами нашего города. Дети сегодня попросили горячие бутерброды, поэтому готовлю и заодно буду тестировать свою новую компактную духовку для террасы. Итак, для приготовления горячих бутербродов я использую сосиски, натираю их на терке. Также беру уже натертый сыр, добавляю немного красного репчатого лука, добавляю свежий томат, также нарезаю его кубиком. Можно добавить соленых огурчиков, тоже будет очень вкусно. Заправляем по желанию греческий йогурт, сметана, горчица, ну или просто майонезом. И использую хлеб для тостов, мне нравится использовать бриошь. Ну и запекать я буду в компактной духовке, приобрела ее, как вам сказала, для террасы, это мини-печь BQ. Летом в жару мне больше нравится готовить на свежем воздухе. Раньше была старенькая духовка, работала в последнее время не очень, решила обновить ее. Теперь буду пользоваться вот такой. BQ это российский производитель многофункциональной бытовой техники и электроники, от чайника до телевизора, о котором уже не раз вам рассказывала. Сейчас планирую печь в этой духовке горячие бутерброды. На хлеб выкладываю нашу начинку и отправляю запекаться. Кстати, в комплекте с этой духовкой идет вот такой противень. Он достаточно вместительный. Вы видели, да, что 6 кусочков хлеба. Также есть решетка для запекания. Такая духовка – это новинка от бренда BQ. Модель появилась только в этом году. И что мне особенно в ней понравилось? Сейчас как раз, пока будут запекаться наши горячие бутерброды, расскажу вам обо всем поподробнее. Ну, как вам и сказала про комплектацию, смотрите, здесь идет противень, решетка, вертел и много разных других аксессуаров для удобства приготовления разных блюд. Компактные размеры и стильный дизайн, который позволит разместить ее в любом месте кухни, также, мне кажется, идеальный вариант для дачи. Объем камеры 45 литров. Простое удобное управление с помощью вот таких крутящихся кнопок. Тут мы можем настроить температуру, время приготовления, нужный режим. А сама духовка выполнена из стали, безопасный и долговечный материал. Смотрится она просто великолепно, современно, стильно и надежно. Готовить в такой печи можно практически все, что угодно, начиная от мяса, рыбы, овощей, заканчивая различной выпечкой. Печь универсальная и для всех задач прекрасно подойдет. Вот такие красивые горячие бутерброды у нас получились. Все благодаря замечательной электрической печи от BQ. Ссылку на мини-печь BQ оставляю для вас в описании к видео. Покупала ее на Озон, там хорошая цена.
цена. Радуйте себя хорошей техникой от проверенного бренда. Ну а дома ждут дела. Нужно покосить газон, потому что мы его наконец-то обработали от сорняков, в первую очередь от одуванчиков. Но вот, к сожалению, как я вам и говорила, не получилось это сделать раньше, потому что были холода. Вот, но многие цветы все равно пострадали от холодов, а одуванчикам хоть бы что. Поэтому Леша косит, и вот как раз я вам ставлю кадры тоже. Через 4 дня, как вот по инструкции положено, мы уже обработали газон. Ну и опять же, как по инструкции написано, результат мы увидим только через 3-4 недели. Вот, пока прошла неделя, в принципе, ничего пока не заметно, но будем ждать дальше. Пока Лёша косит, мы вышли все вместе на улицу погулять. Ну, Машулька вышла сейчас пока... Она еще не спит, просто посмотреть, понаблюдать. Ей вообще очень нравятся, знаете, предметы, которые вот шумят. Допустим, кухонный комбайн, она прям замирает, смотрит. Кофемашина, когда перемалывает кофе, она прям тоже залипает и смотрит. И то же самое газонокосилка, она шумит. Вот она с удовольствием сидела, смотрела. Но потом я ее уже просто укатала, уложила спать. Лиза мне, кстати, тоже помогала, пока я здесь Софию катала на качелях. Она тоже с ней ходила по участку. Кстати, вот дети меня просто обожают катать коляску. Только выходишь на улицу, если девчонки тоже выходят гулять, сразу: мам, дай мне, дай мне. Даже просить не нужно. Вот. Ну и как мы уложили Машульку спать, нужно было скопать грядки, прополоть от сорняков, разровнять грунт. Вот. Хочу там посадить свеклу. Ну, в общем, все увидите. Домашние дела и дела в саду не дремлят, скажем так. И, конечно, сейчас больше времени проводим мы на улице, больше времени уделяю делам, которые вне дома. Вот, но дом уже, знаете, так подзапустил, нужно возвращаться, буду обязательно с вами делиться мотивацией. И это уже следующий день, как вы можете заметить. Как-то с утра было пасмурно, так свежо. Софика так вообще тепло оделась. Потом разогрела и стало хорошо. Теплая погода установилась. Но, как обычно, пока Маша спит, можно позаниматься какими-то делами. У Машульки, кстати, сон сейчас стал гораздо короче. То есть вот она прям спит не больше полутора часов. Конечно, знаете, это так вот резко произошло, ощутимо, потому что я привыкла к большим интервалам ее сна. У нас всегда сон был от двух, мне кажется, вот до... Там и 4 часа она могла проспать, ну, 3 часа. Поэтому я за это время успевала очень многое. Это вот один у нас сон такой большой был дневной, а вечером, ну, спала она буквально минут по 30. Если сон короткий, то может и час поспать. А сейчас это вот буквально полтора часа, пока выйдешь погуляешь, уложишь ее. В общем, ощутимо стало, и, конечно, успевать за это время я стала гораздо меньше. Но будем адаптироваться, потому что Машулька все равно... Ну и сейчас поиграть может как-то подольше, и девочки летом будут дома. Я думаю, адаптируемся, нормально все будет.
Единственное только это комары, потому что невозможно гулять, не получается, знаете, герметично закрыть коляску, машульку меня накусали они, поэтому вот последние дни и дневной, и вечерний сон у нас дома, ну, конечно, дома она спит гораздо меньше, нежели на улице. И когда прохладная погода, тоже она спала на улице гораздо дольше, нежели вот сейчас, когда стало тепло. Может, кстати, у нее из-за этого сон сократился. Ну, а мы пропололи одну грядку, переключились с Эфикой на другую. В общем, весело и дружно все мы с ней здесь обработали. Но еще одно дело, которое у нас сегодня запланировано в саду, это убрать сорняки, которые у нас в розарии уже прорастают. И так как все равно холода, прихватили розочки немножко, там где-то листочки подсохли, хочу их подкормить. Вот. Ну и София, как обычно, мне помогает, я засыпаю удобрение, приношу лейки с водой, ну она там палочкой размешивает, и я уже поливала розочки. Конечно, роз много, поэтому ходок, чтобы набрать лейки, я тоже сделала достаточно. Сейчас мой утренний ритуал не обходится без вот этого бьюти-гаджета, да не только утренний и вечерний, потому что пользоваться им это просто невероятное удовольствие, меня он так расслабляет. Сейчас вам расскажу о нем поподробнее, вообще почему присмотрелась к такой домашней аппаратной косметологии, потому что Машулька у меня до сих пор на грудном вскармливании, длинная доля косметологических аппаратных процедур, инъекций и всего прочего мне недоступно уже очень-очень давно. Естественно, этим нельзя пользоваться в беременность, ну и при грудном вскармливании, соответственно. Я обратила внимание на домашний бьюти-гаджет. У меня роликовый массажер, миостимулятор, микротоки для лица, биолифт, М101 Жизотон. Это компактный бьюти-гаджет, специально разработанный для пластифицирующего массажа лица и шеи. Обеспечивает интенсивное воздействие на кожу, повышает эластичность и упругость, улучшает лимфодренаж, моделирует овал. Аппарат сочетает 4 метода: МАС, вибрационный, роликовый массаж и микротоки для лифтинга кожи лица. Помогает выровнять тон и убрать мелкие морщины. Мне, девчата, очень нравится качество кожи после этого аппарата. Вы знаете, она такая упругая, при этом нежная, вот все время хочется ее просто трогать. Бренд Жизотон больше 20 лет на рынке и зарекомендовал себя как качественный домашний уход для лица и тела. Приобрести данный бренд можно в магазинах «Созвездие красоты». Благодаря компании Жизотон у вас есть уникальная возможность, делать профессиональные и высокоэффективные косметические процедуры у себя дома. Быстро, эффективно и доступно, а по моему промокоду еще и выгодно. Переходите по ссылке и заказывайте, а консультанты «Созвездия красоты» помогут вам сделать правильный выбор. Развела я средства для того, чтобы опрыскивать газон. Вот такой вот у нас аппарат на 12 литров, но согласно инструкции все засыпала. Вот, в общем, очень удобно, он аккумуляторный. Зарядили мы его как раз, и вот надевается на спину, ну, как такой рюкзак, и опрыскивать будем все. Вот, а вечером, думаю, уже можно будет, ну, промыть его и опрыскать розы Актарой. Я как раз их подкормила, вот, и можно будет опрыскать Актарой, чтобы защитить от... Вот я не помню, оно то ли от пятнистости, то ли от тли. Потому что у нас и та, и другая проблема. Я вот читала в интернете, что помогает. Кстати, если вы сведущий человек, возможно, вы мне подскажете,
что хорошо для роз, потому что никогда ничем не обрабатывали мы их. Единственное, только закладывала осмокод, удобрение. Но вот в этом году пролила азофоска, по-моему, так называется, фертика. Вот. И хочу опрыскать, потому что у нас каждый год розы в тле и вот в пятнистости. Тут, видите, от холодов листочки немножко подсвернулись, поэтому я решила розочки подкормить. Ну а мы с Лизой, Софией сейчас поехали на шопинг. Нужно купить платье Софийке на выпускной, такую же неофициальную часть, когда мы пойдем в ресторан с группой. Хочется что-то такое более по фигуре, потому что на сам праздник у нас пышное платьице. В общем, поехали мы с девочками заодно, Лизе посмотрим что-нибудь, погуляем. Вот, берем вас с тобой. Вообще здесь только красоты. Только красоты, да? София, смотри, какое еще есть красивое платье. Смотри, какая спинка с бабочкой. Такое вот. Но оно длинное, наверное, оно в пол. Ну да. Но красивое. Хорошо. Давай. Давай вот это померяем. Очень красивое. Смотри, шортиками. Заходите, давай меры вдвоем. Так, давай кофточку меряем. И вот с сандальками, ладно? И вот... Ой, сюда это. Панамка. Ну-ка, Лиз, посмотреть. О. Лиз, кофта просто бомба. Просто бомба, а? А брюк нету подлиннее? Может быть, 146 размер? Жмет? Ну, сейчас применит. Крутяк. Покрутись. Класс. Красотка. Панамки-то? Девчата, приехала сейчас на стройку. Пойду смотреть, что здесь изменилось, потому что нам должны были установить радиаторы. Приехала сегодня одна, и дальше поеду еще по делам, мне нужно забрать заказы. У Софийки на следующей неделе выпускной, я заказывала энциклопедию, кстати, покажу вам. Какие энциклопедии мы будем дарить деткам в качестве подарка на выпускной, и нужно забрать подарки. У нас что-то так много дней рождения в мае, у друзей, у девочек. С Лизой идет завтра, потом у Софийки там, в общем, нужно забрать подарки. И я еще заказала средства для обработки газона, Деймос. Покажу вам бутылочку, тоже буду забирать. Не помню, будет там еще что-то или нет, в общем, покажу. А пока пойдемте с вами посмотрим, что у нас там сделали.
есть касательно еще пигментации. Отвечу на вопрос, потому что девочки спрашивали, как я справилась с пигментацией. Я на самом деле с ней до конца не справилась. У меня во время беременности появилась пигментация. Знаете, как вот эта полосочка появляется на животе? Вот она у меня еще там тоже до конца не сошла. Ну, уже такая бледная стала. У меня был очень такой насыщенный, ну, пигментные пятна были вот здесь. Сейчас все хорошо. Оно просто само по себе прошло. Ну, вот как говорится, рассосалось, да? Но у меня вот здесь два пятна. Вот с ними я хочу пойти в салон, в общем, аппаратом их убирать. Но я пока это не могу сделать, потому что еще не закончила грудное вскармливание с Машей. Вот как закончу, так пойду. И если поможет, поделюсь с вами своим отзывом. Ну что, открываем и идемте смотреть, что там у нас изменилось. Сразу решила зайти в котельную. Здесь, насколько я знаю, у нас все подготовили к пусконаладочным работам. Ну вот, попробовать. В общем, все подсоединили. Вот так это все выглядит. Ну и здесь на постаменте стоит бойлер. Почему на постаменте? Потому что все будет заливаться. Вот мы сейчас будем сдавать, пока без заливки пола. Дальше будем пол заливать. И вот здесь у нас предполагается водоподготовка. Нам ее сейчас не установили, потому что, ну, как-то по умолчанию все собирают опять же металлопластики или полипропилен. Я подпишу, в общем, я уточню, подпишу вам. А он тоже хочет, чтобы все из нержавейки было собрано. Вот, мы уже все закупили, то есть нам остается только собрать, но уже тогда, когда мы зальем пол, вот, и на залитый пол уже поставим. Плитка, кстати, у нас тоже напольная куплена, вот, ждет своего часа. И вот здесь коробка осталась одна. Покажу вам, какие радиаторы мы заказывали. Это, не помню, интерьерные называются радиаторы, как-то так. Вот размещали заказ. Мне кажется, больше месяца мы ждали, чтобы нам все выполнили, потому что у нас как раз попало на майские праздники. В общем, задержка была. И вот нам наконец-то развесили уже вот эти вот варметовские полотенцесушители, хотел сказать, радиаторы. Ну и таким образом сейчас у нас выглядит пол. Все везде развели. А труба у нас это Рехал. Вот. Так все. Уже неоднократно вам показывала, поэтому ходить не буду в постирочной. Здесь вот ниша у нас под систему хранения в санузле. Здесь тоже, вот там вижу, висит радиатор. Сейчас пойдем с вами посмотрим. Вот такие радиаторы, как раз раскрыто, вот такие они беленькие. Ну, хотелось что-то нейтральное, знаете, чтобы не бросалось в глаза. Вот здесь все проштробили, закрепили, но, по-моему, мне Леша говорил, что сами радиаторы, ну, там крепеж останется, а вот эту вот панель декоративную, ну, не декоративную, но вы поняли, да, чтобы не запачкать, мы ее, кажется, будем снимать. И по отоплению, что у нас получается, получается, внутрипольные конвекторы стоят, и водяной теплый пол, и вот здесь висит еще радиатор. Также вот у нас один внутрипольный конвектор будет стоять на лестничной площадке. Вот он там вмонтирован уже. Ну и на примере нашей спальни покажу. Под большими панорамными окнами у нас внутрипольные конвекторы и радиаторы. Вот под маленькими окнами. Они абсолютно одинаковые в детских, а у нас вот такие они. Специально выбирали узенькие, нейтральные. В принципе, здесь будет висеть тюль, будут висеть шторы, поэтому, ну, их не особо будет заметно. У меня вот главный критерий, чтобы они были узкие и не сильно выступали от стены. Смотрите. Вот так. Ну и дальше здесь у нас гардеробная. Санузел наш. Вот. Так вот. Все здесь сделано. И вон Леша, умничка, видите? Потихоньку-потихоньку начал укрывать все, чтобы тут вот трава буйным цветом не росла. Вот потихоньку все начал закрывать укрывным материалом. Он прям, ну, буквально, мне кажется, по одной упаковке берет. Или, может быть, он там как-то
под размер отрезает, вот, и расстилает. Когда приезжает, расстилает. И у девочек вот тоже так. Внутрипольные конвекторы и два радиатора. Ну, в общем, комнаты зеркальные, поэтому... А здесь у нас будет электрический теплый пол. Его будем включать по необходимости. В принципе, эта зима показала, что дом сам по себе теплый, во-первых. Во-вторых, окна как бы такие энергоэффективные, то есть они не плакали, тепло хорошо держат. Поэтому мы решили перестраховаться, то есть... Надо будет, будем подключать по потребности, если вдруг будет сильно холодно, или там, не знаю, окна как-то заплачут. Ну, хотя для окон у нас сделаны вот эти вот конвекторы. В общем-то, решили подстраховаться и в спальнях сделать просто электрический теплый пол. Возможно, будет достаточно такого отопления. Плюс, по-моему, все вот это регулируется отдельно, то есть на все есть отдельная группа управления. Вот не знаю, по этажам, по комнатам, как это сделано. Я еще у Леши уточню и, если что, подпишу вам. Девчат, показала я вам, что у нас изменилось. Вот. Ну, конечно, так и подзатянулось, потому что, в общем, ждали там некоторые позиции мы. Но, слава богу, все готово, все сделано. И теперь уже можно двигаться к финишной отделке. Вот так выглядит 14-й энциклопедий на заказ. Ай, я натаскала, запыхалась. Но смотрите, энциклопедии не дешевые, и я очень рада, что они пришли вот в такой упаковке. Потому что, знаете, бывает, приходят книжки, даже пускай дорогие издания, замяты углы у них, потому что нет никакой упаковки. Фух, тяжеленькие. Ну, приедем, я открою, потому что, ну, не в таком виде же мы их будем там таскать. Еще нужно в центр все это привезти. И Лизе в лагерь, там какая-то канцелярия нужна была, вот тоже заказала. А, все, ура! Мы уже дома, из картонной упаковки достала вот такую энциклопедию, детская энциклопедия Британика. Я, конечно, не буду распечатывать, потому что, ну, это подарок. Не могу вам показать внутри, но обязательно покажу содержание, когда уже мы получим, потому что прям мне очень понравились. И Лизульке, смотрите, взяла на каникулы такую серию книг, уже начала она читать, ей очень-очень понравилось. Кстати, в телеграм-канале в своем делилась, и многие поделились тоже, что любят читать их дети, поэтому если не подписаны, обязательно подписывайтесь, находите этот пост, если вам актуально. Ну и вот такое вот средство от сорняков буду использовать. На этом, девчата, буду свое видео заканчивать. Огромнейшее спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся совсем скоро. Всем пока-пока.